Показать результат не хуже, чем в 2014-м. Такая задача стоит перед промышленным комплексом в Витебской области. Премьер Беларуси сегодня посетил три предприятия северного региона. Андрей Кобяков поддержал решение завода «Орша стройматериалы» по модернизации производственной линии, но потребовал разработать четкий бизнес-план. На витебском предприятии «Энергокомплект» премьеру показали ассортимент выпускаемой продукции, подчеркнув, что это технологии 21 века. Названы факты, которые требуют очень серьезного изучения, я, может быть, даже не побоюсь сказать слово «расследование», вот, почему наши предприятия не просто им отказывают в том, чтобы закупать их продукцию, а в общем даже не допускают до конкурсов, хотя 12% выпускаемой продукции идет в страны дальнего зарубежья. Я думаю, это является лучшим подтверждением того, что продукция является и конкурентоспособной, и технически соответствующим предъявляем современным требованиям. Премьер-министр также оценил перспективы развития завода «Витязь». Чтобы оставаться на плаву, предприятие освоило выпуск медицинского оборудования и товаров народного потребления. Принципиально новое направление – изготовление торгового оборудования для гипермаркетов. Это совместный проект с голландским инвестором. К выпуску продукции приступит уже в сентябре.